Встречайте, Sims для мужиков. Симулятор на армию, чтобы выиграть. Узник раннего доступа до скончания веков. Project Zomboid. Настал конец времен и момент начала борьбы за вашу жизнь. Стоит выбрать профессию, достоинства и недостатки, а также внешность вашего персонажа. Вы вольны создать ветерана боевых действий, самого себя или, может, Вултера? Нет никакой надежды на выживание. У голодных топ-зомби, конечно же. В то время как в вашем распоряжении имеется все для успешного выживания. Несметное количество брошенного имущества, знания из книг и зомбоящика, большой ассортимент оружия, клавиша Q для вызова подмоги. Ладно, я понял, ты че? Это история вашей смерти. Но кто мешает ее встретить как подобает мужчине? Ведь игра включает в себя стартовый набор занятий любого уважающего себя мужика, а именно рыбалку, отжимания и пресс качать, приготовление рагу из пива, обустройство своей холостяцкой берлоги и, конечно же, ремонт любимой ласточки. Но все же не стоит забывать о том, что это... В главных ролях Фури Енот. Какая разница? Вот какая разница? Дай им бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасались. Да, это, конечно, не Самара. Панацея. Круто! Да это ж круто! Это вот база. Блять, я заплакал.